Яровая пшеница триза. У нас сегодня 13 июня. Кстати, у нас уже пшеничка. Вот такая высота у нее где-то может быть, если с флаговым листом, это 60 сантиметров. А так вот колосок где-то может быть 40-45 сантиметров. До 50. То есть это у нас 5 миллионов. Вот так посев выглядит. Колос уже пшеница начинает выбрасывать. То есть стресс, потому что пшеница у нас, ну, как бы не часто себя так ведет. Влаги не хватает, тепла достаточно. Питания также не хватает, поэтому еще это и 5 миллионов. Пшеница пытается дать потомство. Вот так выглядит 5 миллионов. Нижний ярус. Здесь удобрения вносили. Здесь уже у нас 300 килограмм где-то селитры мячной, 200 килограмм диамофоски, 250 диамофоски. Вот так вот пшеница себя ведет. Азот носили, азотные удобрения носили по вегетации. Это у нас 5 миллионов, это у нас 4 миллиона. Три. Три миллиона. 2 миллиона. Посев такой изреженный, ну, относительно, но держится. И лучше выглядит пока, чем 5. Это у нас 1 миллион. И не скажешь, что 1 миллион. 40 килограмм на гектар. Да, тут есть у нас, конечно, полтора миллиона с междурядьем 25, 2 миллиона с междурядьем 25 сантиметров и 2,5 миллиона. Междурядьем. Пока пшеница держится.